Есть у Бекмурота Сафарова подлинное призвание – работа на земле. Верность этому призванию, неустанный труд принесли ему успех и заслуженную трудовую славу. Задолго до начала посевной у Сафарова, бригадира хлопкоробов таджикского колхоза «Пахтакор», начинаются заботы о будущем урожае. Вместе с колхозным агрономом он наметил точный план работ на каждом участке плантации. Поставлена на линейку готовности вся пропашная техника бригады. За урожай прошлого года по 45 центнеров хлопка с гектара Сафарову присуждена государственная премия СССР. На этот год намечен еще более высокий рубеж – по 50 центнеров тонковолокнистого хлопка с гектара.